кавы с Элиной. Семья, добро пожаловать в первый день влога декабря. Я не верю, что наконец-таки наступило мое самое любимое время года. И я думаю, что лучший способ, как это отпраздновать, это отправиться на рождественский шопинг вместе с вами. И сейчас 9:24 утра, ко мне в 10 приедет моя мамочка присматривать за Маркусом, а я вместе с вами отправляюсь на шопинг. Также у меня сегодня запланирована тренировка, естественно, я постараюсь все заснять для вас. И да, я не верю, что наконец-то наступил декабрь, теоретически, на самом деле еще ноябрь, потому что я эти видео начинаю снимать заранее, но, признаюсь, я начала декорировать уже дом, потому что мне это всегда занимает 155 лет. Для меня уже декабрь, и, естественно, я весь этот процесс засняла и потом включу в другой влог. Ну а так, добро пожаловать в влог декабрь с Элиной. Я надеюсь, что я смогу создать вам рождественское и новогоднее настроение. Будем ходить по магазинам, будем готовить вкусную еду, будем открывать рождественские календари. В общем, я очень буду стараться, чтобы создать прекрасное рождественское и новогоднее настроение для вас. И да, ждем мамочку и отправляемся на шопинг. Я уже в Риге, я была в Стокмане, купила шоколадный рождественский календарь. В этом году я купила Милку, он был такой, нет, Киндер, потому что Милку я покупала в прошлом году и мне не понравился. И я купила подарочки для своих мастеров, которые для Олечки, которая моя парикмахер, девочка, которая делает ногти. И реснички. И ничего другого я не купила, потому что я ничего не видела. И сейчас я приехала в Ригу, в Плазу. У меня даже составлен список в телефоне, чтобы придерживаться плану, потому что я знаю себя. Ну что, я нашла венок, и я нашла сладости. Я очень разочарована в H&M Home, вообще там ничего не было. И да, сейчас я пойду в Пепко, и еще я хочу найти магазин Синсей.
Я уже дома, буквально 40 минут, часик. Мы с мамой посидели, попили кофе. Вот мама с малышом. Привет. Привет. Кто ты там едет? Посмотри. Дэвис Гайс. Грузовик. Грузовик едет. Там просто было видно только две лампочки, поэтому я удивилась. И да, мой шопинг был удачный. Я попала в очень хорошее время, потому что сейчас во всех магазинах распродажа Черной пятницы. И я получила буквально везде скидки 20%, 30%, 40%, так что да, шопинг удался, но пока все покупки в машине, я потом занесу домой и вам покажу. И сейчас я буду готовить ужин, но я буду готовить вообще не полезный ужин, вообще не ПП, но я буду готовить запеканку, но запеканку из пельменей. Мы с мужем раньше, когда мы были молодые, мы ходили в чили-пиццу, и там ее делали очень вкусно. И мы с мужем на выходных думали, что мы хотим приготовить, и я говорю, давай приготовим запеканку с пельменями. Он говорит, давай. Да, поэтому я буду готовить. И для этого рецепта... Thanks. Понадобится, естественно, пельмени, лук, 4 яйца, сыр и майонез. И зелень, но зелень я достану потом. Так что да, будем готовить. Уехала, муж приехал, я его накормила, ему очень понравилась запеканка, к чему я очень рада, я всегда очень сильно радуюсь, когда мужу нравится мой
когда мужу нравится то, что я приготовила, я радуюсь как маленькая девчонка, потому что я всегда стараюсь стараться. И да, а и сейчас мы искупали малыша. Он такой немного капризный, потому что ему хочется спать. И я вам покажу все покупки завтра, потому что, оказывается, муж берет малыша завтра в Ригу вместе с собой, потому что он его отвозит к парикмахеру, потому что Маркус достаточно оброс, и у меня будет куча времени, и тогда я вам покажу все покупки, и также вместе будем декорировать дом. Потому что я думаю, что вы можете подождать до завтра, потому что я буду выставлять видео каждый день аж до 25 декабря. Так что мы пойдем отдыхать, а с вами увидимся уже завтра. Пока!